Добрый день, дорогие друзья. Большое спасибо за то, что приняли наше приглашение подвести сегодня итоги нашей большой международной деятельности. В начале месяца мы проводили небольшой брифинг, где рассказывали о тех планах, которые намечены на текущий месяц. И уже состоялось две поездки нашей ульяновской большой делегации во главе с губернатором. Мы осуществили выезд в Чешскую Республику, и буквально на прошлой неделе мы отработали большой выезд по другим странам Европы, охватив Австрию, Словакию, Бельгию и немного Германии. Посетили Баварию, свободную землю. В рамках данной работы мы, безусловно, продолжаем развивать наши приоритетные направления. Мы строим умную экономику, мы привлекаем инвестиции, мы создаем умную, комфортную городскую среду, и именно на это были направлены наши усилия. И все 4 дня работы нашей небольшой ульяновской делегации были построены по очень интенсивной программе. Мы проводили очень много встреч с нашими потенциальными инвесторами, 7 компаний, которые специализируются в области альтернативной энергетики, компании, которые работают в автомобилестроительном комплексе, компании, которые внедряют умные технологии в создание комфортной городской среды, компании, которые осуществляют деятельность в строительной отрасли. Это и первичные встречи, и повторные уже встречи, о которых Сергей Николаевич, мой коллега Васин, руководитель корпорации развития Ульяновской области, расскажет чуть подробнее. Более того, в рамках нашей деятельности, в рамках нашей работы мы провели более 20 первичных встреч, как на полях тех мероприятий, в которых мы принимали участие, так и за пределами. Это те контакты, которые нарабатываются корпорацией развития Ульяновской области и другими институтами развития. И мы находим время для того, чтобы встретиться, обсудить, продемонстрировать наши конкурентные преимущества по отношению к другим субъектам Российской Федерации, по отношению даже к другим странам. И благодаря тому, что губернатор лично занимается инвестиционной деятельностью, у нас на сегодняшний день достаточно хорошие результаты. Мы продолжаем оставаться в рейтинге топ-10 по инвестиционному климату, по бизнес-климату. Только за прошлый год мы продолжили поддерживать один из самых высоких уровней в Российской Федерации по объему привлекаемых инвестиций, более 27% ВРП, это порядка 94-95 миллиардов рублей прямых инвестиционных вложений. В настоящее время мы также ведем большую работу по поддержанию контактов, по проведению переговоров. И в рамках наших встреч мы провели 3 очень большие презентации, на которых присутствовало порядка 500 европейских компаний. Это международные компании, это зарубежные компании, которые представляют бизнес Австрии, Словакии, Германии, для того, чтобы еще раз, а где-то и впервые, так, например, выезд в Австрийскую Республику и в Словацкую Республику был осуществлен впервые с этими странами. Мы только начали развивать наши экономические отношения. Мы вызываем очень большой интерес, поскольку Ульяновская область всегда желанный гость, желанный спикер, так как именно деятельность Ульяновской области подкреплена конкретными успешными историями, конкретно реализованными инвестиционными проектами с нашими зарубежными партнерами. Так, в Австрийской Республике Федеральной палатой экономики был организован совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации День регионов, в котором приняло участие 14 субъектов Российской Федерации, 3 руководителя субъектов Российской Федерации принимали участие. Это Новгородская область, это Тамбовская область и, конечно же, Ульяновская область. В Словацкой Республике мы провели большую презентацию для более чем 30 представителей, руководителей, собственников, владельцев бизнеса.
с которыми также установлен очень хороший контакт и получены очень позитивные отклики. И большое мероприятие в Германии мы провели в Мюнхене, выступив с презентацией нашего региона на мероприятии, которое было организовано нашими уже давними, очень хорошими партнерами, с которыми удается реализовывать очень много интересных инвестиционных проектов. Это Германо-Российская внешнеторговая палата, где принимали участие представители не только Баварии, а мы знаем, что Бавария – это родина МАН, это родина БМВ, это родина Адидас. То есть мы смотрим именно на те страны, где на сегодняшний день саккумулирован капитал, и там, где есть партнеры, смотрящие в сторону Российской Федерации. И наша задача, безусловно, быть первыми, быть теми главными партнерами, которые своим авторитетом, надежностью и, самое главное, ответственностью подтверждают то, что с нами можно иметь дело и можно реализовывать совместные инвестиционные проекты. Таким образом, нам удается ежегодно создавать несколько тысяч рабочих мест. Только в прошлом году, мы видим, были реализованы такие проекты, как строительство гостиницы «Ибис», а это Франция. Мы видим, как расширяется проект «Isuzu Solar» совместный. И огромнейший, колоссальный вклад в развитие нашей экономики вложили европейские компании, такие как «Fortum» и «Vestas», с которыми мы развиваем наш уникальный инновационный кластер альтернативной энергетики. И сейчас мы продолжаем привлекать компании именно в этот кластер. И несколько встреч у нас проходило как раз-таки для того, чтобы развивать это основное направление. Мы готовимся к проведению большого форума по ветроэнергетике, который состоится 22-24 мая. Об этом также скажет мой коллега Вадим Павлов чуть-чуть попозже. Соответственно, мы также продолжаем, как я уже сказала, не только привлекать инвестиции, развивать наши кластеры, но мы продолжаем развивать еще один уникальный проект. Наш проект «Технологическая долина», который построен на развитии технологического предпринимательства, а это именно то очень важное направление, которое необходимо на сегодняшний день для нашей молодежи. Развивая производство, мы должны наращивать большие качественные компетенции, для чего на сегодняшний день осуществляется очень серьезная интеграция тех международных компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории Ульяновской области. И мы, соответственно, проводим большую работу по кооперации с нашими образовательными учреждениями, которые открывают на своей базе центр компетенций, которые открывают центр промышленного интернета. И дальше, соответственно, мы продолжаем двигаться к реализации нашего амбициознейшего проекта, созданию так называемой «Силиконовой долины» или «Второй Сколково» с уникальными налоговыми режимами. Но самое главное, что это огромная перспектива для наших молодых людей, которые талантливы, которые креативны, которые с помощью науки и своих собственных знаний могут зарабатывать очень большие деньги. Кроме деловых контактов с бизнес-сообществом, а мы, кроме того, что проводили непосредственно встречи с компаниями, встретились и с торгово-промышленной палатой Австрии, встретились с руководством внешнеторговой палаты российской, германо-российской, как я уже обозначила, мы провели ряд очень серьезных и важных политических встреч. Так, например, у нас состоялась встреча со специальным представителем России в Австрийской Республике, бывшим послом Австрии в Российской Федерации, с госпожой Клестель Лёфлер, с которой обсуждали вопросы, перспективы развития межрегионального сотрудничества, установления экономических связей и реализации культурно-гуманитарных проектов с Австрией, в которой накоплен очень интересный опыт и по социальным направлениям, которые также очень важны для нашей молодежи. Мы провели встречу с уникальным человеком, президентом Института регионов Европы, с господином Шпицбергером, который является членом с австрийской стороны Сочинского диалога. Данная платформа буквально недавно была учреждена как площадка для развития сотрудничества между Россией и Австрией. И буквально 15 мая Владимир Владимирович Путин, наш президент, будет проводить первое заседание данной платформы,
куда Ульяновская область также будет активно включаться. Кроме того, мы договорились о проведении ряда интересных совместных мероприятий. И буквально в октябре месяце мы планируем посетить федеральную землю Зальцбург, на котором Ульяновская область также будет представлять свой опыт развития международного сотрудничества. Кроме того, у нас прошла очень серьезная встреча с Министерством по делам женщин, семьи и молодежной политики Австрийской Республики, где на встрече с руководством мы договорились о том, что буквально уже в ближайшее время делегация молодежи и делегация социального блока поедет изучать лучший передовой опыт и практики, наработанные в Австрии. Мы знаем, что на сегодняшний день есть ряд приоритетов в демографической политике Ульяновской области, как оставить молодежь жить в Ульяновской области, как ее не покидать. Есть интересные практики и предложения у австрийской страны. И кроме того, мы запланировали в этом году в рамках перекрестного года молодежи России и Австрии провести большой молодежный форум, который состоится в сентябре месяце. Об этом шла речь с нашими австрийскими партнерами. И наши инициативы нашли очень хороший, интересный отклик. Соответственно, наша молодежь, наши молодые люди получат возможность пообщаться со своими сверстниками, пообсуждать вопросы развития совместного предпринимательства, развития волонтерства совместного, развития культуры и спорта. И мы будем продолжать наше взаимодействие вот на таком высоком уровне в контексте нашей национальной межгосударственной политики по развитию сотрудничества России и Австрии. Кроме того, мы уже продолжаем собирать хорошие результаты и имеем определенные договоренности с нашими немецкими и другими партнерами по развитию сотрудничества и с партнерами из Бельгии, соответственно. Очень интересным будет ряд проектов для наших молодых людей. Мы договорились с рядом университетов в Бельгии о развитии сотрудничества с нашим политехническим университетом, с нашим педагогическим университетом. Это также откроет возможности для наших молодых людей принимать участие в молодежных и студенческих обменах. А сейчас разрешите мне слово предоставить Сергею Николаевичу, вам, наверное, первому. Да, спасибо, добрый день. Екатерина Вячеславовна, мне кажется, уже почти все рассказала. Вот, но тогда немного, может быть, каких-то деталей и конкретики. Ну, я хотел бы просто отметить, что вот эта тема возобновляемой энергетики, которой мы занимаемся там, последние там, 2-3 года, она приносит результат, и отчасти поэтому именно мы как бы продолжаем встречаться с компаниями из этой отрасли, из сферы энергетического машиностроения, из сферы тех компаний, которые непосредственно занимаются генерацией. И это, в общем-то, дает для Ульяновской области, там, помимо инвестиций, достаточно большое количество рабочих мест. То есть, там, если проект Фортума и Фортума Роснана по строительству, собственно, ветроэлектростанции, он в основном дал большой объем инвестиций, то есть измеряемые там десятками миллиардов, сейчас уже более 10 миллиардов рублей, то, например, проект компании «Вестас», который подразумевает под собой создание завода по строительству, по созданию лопастей, это в том числе и рабочие места, которые для региона высокооплачиваемые рабочие места, то есть на этом заводе после открытия будет работать 190 человек, и средняя заработная плата там будет явно более 50 тысяч, то есть эта практика показывает уже по тому набору, который они сейчас осуществляют, и ту какую-то зарплату, которую они дают. Вот, соответственно, в Австрии у нас была похожая встреча, то есть это уже, правда, солнечная электростанция, то есть компания, которая намерена построить большую солнечную электростанцию в Ульяновской области и завод по производству фотоэлектрических панелей. Вот. Соответственно, тоже там более 100 рабочих мест предполагается, даже на первом уже этапе, там в будущем возможно увеличение там в 3 раза. Кроме этого, в Австрии те компании, которые пришли на вот это мероприятие «День российских регионов», на котором выступал губернатор, там были представители других компаний, которые также проявили заинтересованность именно к сфере вот энергетического машиностроения, к возобновляемых источникам, в том числе там, в выработке электроэнергии на
газе твердых бытовых, на полигонах твердых бытовых отходов. И ну, так получилось, что также эта компания проявила интерес к строительству молочной фермы в Ульяновской области, то есть у них несколько направлений, вот мы как бы эту тему обсуждали. Было достаточно много компаний, которые проявили интерес к автомобильному рынку Российской Федерации. Это связано с тем, что сейчас меняется порядок промышленной сборки, то есть за счет локализации, степени локализации у автосборщиков, и будет сменяться структура тех деталей, комплектующих, которые будут зачитываться, и, в общем-то, это подталкивает многие предприятия там, к приходу также на российский рынок, и мы эту тему поэтому активно отрабатываем, и, в частности, и в Австрии, и в Германии, и в Словакии, собственно, были компании, которые выразили заинтересованность прихода на российский рынок. Соответственно, мы им предлагаем наши площадки, там в том числе готовые помещения в Димитровграде, для реализации подобных проектов. И я там как бы думаю, что ну, как бы с временным лагом там 6-9 месяцев мы, может быть, сможем уже называть этих возможных партнеров. Также мы в Германии встречались с руководством концерна «Шефлер». То есть предприятие «Шефлер» на территории Ульяновской области расположено, вот, и обсуждалась возможность расширения производства, расширения номенклатуры изделий, которые производятся на этой ульяновской площадке, в том числе возможности экспорта с этой площадки. И надеюсь, что там мы договоримся об этом расширении, и это также приведет к созданию новых рабочих мест. Вот, ну, вообще, как бы, прошлый год был достаточно удачный в плане подписания инвестиционных соглашений, вот, в плане объема инвестиций, то есть общий объем инвестиций снизился, но за счет государственных инвестиций, объем частных инвестиций у нас по-прежнему растет в Ульяновской области, это в том числе за счет вот, новых инвестиционных проектов. Из проектов, которые в ближайшее время будут реализованы, я бы хотел отметить, там, это сервисный центр банка открытия, который создаст порядка 800 рабочих мест, уже вот в октябре 2019 года он будет открыт. Вот. Помимо того, что мы как бы привлекаем предприятия на, в первую очередь, площадки там, портовые особой экономической зоны города Димитровграда, есть ряд проектов, которые удается привлечь и в муниципальное образование. И вот в этом году на как бы, стройку выходит тепличный комплекс в Чердаклинском районе, предприятие по выращиванию переработки индейки в Кузоватском районе, там же комплекс КРС предполагает создание, и сейчас активно совместно с Министерством сельского хозяйства Ульяновской области мы ищем нового инвестора, ну, ведутся уже переговоры в Птицпром Ульяновской области, то есть те предприятия, которые там сейчас в настоящее время принадлежат Мордовскому агропромышленному объединению. Вот. Из проектов, которые с этой поездки, я надеюсь, что в этом году могут стартовать, это проект стекольного завода в Австрии обсуждался, то есть ну, у нас как бы это такая давняя тема уже из-за состояния рынка строительного, не пошел подобный проект, по которому у нас даже было, в общем-то, уже достигнуты договоренности, но вот сейчас как бы появилась компания, которая с оптимизмом смотрит и на перспективы рынка, и на возможность экспорта из России флат стекла и производство фармацевтического стекла, поскольку в Ульяновской области большие месторождения кварцевых песков, то вот как бы мы к этой теме вернулись, и сейчас ведутся переговоры с компанией по возможному созданию такого стекольного завода. Большой проект по производству спортивных товаров также обсуждался в Австрии, вот, который может быть потом в последующем еще тиражироваться, увеличиваться в объеме. Первоначальная его даже составляющая, она более 1 миллиарда рублей предполагает объем инвестиций со строительством в портовой особой экономической зоне. Вот, но пока, соответственно, решение компании на совете директоров не принято, мы название компании не можем разгласить, но думаю, что в течение этого года как бы, решение будет принято. И то, что Екатерина Вячеславовна говорила по умным технологиям, то есть это интересный проект по производству
таких модульных приборов, которые основное назначение которых – это освещение, уличное освещение, то есть это светильники. Но на базе их строится комплексная система мониторинга с городским хозяйством. То есть это ЖКХ, утечки, дорожный транспорт, система безопасности и так далее. Вот. Соответственно, губернатор дал поручение правительству Ульяновской области, там, нам, корпорация, для того, чтобы вот структурировать этот подобный проект на принципы государственно-частного партнерства, для того, чтобы его реализовать. И, в принципе, как бы с учетом того, что есть подобная федеральная программа по умному городу, я думаю, что будет возможность вписать в эту программу этот проект и выступить там пилотным регионом по реализации этого проекта. Инвестор заинтересован в создании завода, строительстве завода по производству, соответственно, вот этих светодиодных светильников. У нас, соответственно, интерес несколько шире, то есть использовать вот эту модульную систему для того, чтобы внедрить в городе еще проект «Умный город». На самом деле, да, этот проект очень широкий, он очень масштабный. И наш губернатор Сергей Иванович Морозов буквально в пятницу уже проводил установочные совещания по реализации данного проекта, дал соответствующие поручения всем органам исполнительной власти, институтам развития и муниципальному образованию по созданию такой рабочей группы, которая будет приземлять этот проект уже комплексно, поскольку это не просто производство светильников или отдельных каких-то элементов, это, как сказал Сергей Николаевич, огромный инфраструктурный проект, который позволяет учитывать эффективность и экономность расходования электроэнергии, вывоза коммунальных бытовых отходов, вплоть до того, куда, когда, какой автомобиль должен быть направлен, как контролируется наполняемость, то есть эффективный подход во всем, плюс безопасность этой парковки, это пешеходные переходы и все остальное, что делает нашу жизнедеятельность более безопасной, более комфортной, более качественной. Кроме того, Сергей Николаевич сказал, что мы с нашими инвесторами сразу же на начальном этапе начинаем прорабатывать возможность экспорта той продукции или тех услуг, которые будут производиться здесь на территории Ульяновской области. И с одним из наших потенциальных инвесторов мы уже ведем сразу же такую большую работу тоже в плане развития альтернативной энергетики по поставке соответствующего оборудования уже далеко за рубеж. Это американское направление, так скажем, в рамках которого мы будем уже рассматривать не первоначальные договоренности по созданию определенного количества новых рабочих мест и объему инвестиций, а сразу же в большом, очень крупном масштабе за счет экспорта. И Сергей Николаевич также не сказал, что буквально в пятницу прошли очень серьезные переговоры у губернатора с немецкими партнерами. Я думаю, что на следующей неделе, если все сложится хорошо, мы принимаем участие 9 числа в очень крупном мероприятии, масштабном форуме по развитию альтернативной энергетики, который будет проходить в Берлине. Там будут проходить встречи на уровне Министерства промышленности и энергетики Федеративной Республики Германии. Мы уже, наверное, подпишем соглашение о строительстве еще одного ветропарка на территории Ульяновской области, но здесь уже мы будем отходить от традиционных территорий, которые всегда у нас размещают наши инвестиционные проекты, и в настоящее время рассматривается один из двух муниципальных образований, где будут строиться ветропарки. Это либо Новоульяновск, либо Николаевский район, а это несколько сот новых рабочих мест, это опять же новые компетенции, и это огромное развитие нашего и энергетического кластера, и, соответственно, кластера по производству оборудование для кластера альтернативной энергетики, для тех производств, которые уже здесь существуют или существуют за пределами Ульяновской области. Если все будет хорошо, мы надеемся, проект будет приземлен, уже окончательные параметры обсуждены, и это нам даст возможность уже поднимать наше муниципальное образование. Буквально сегодня проходит большой форум по развитию сельских территорий, на котором данный проект был представлен. Объем вложений составит инвестиционных порядка 7 миллиардов рублей. И это новый очередной этап, это новый шаг в развитии нашей альтернативной энергетики и нашей новой, даже для Российской Федерации, индустрии.
Но кроме того, что мы привлекаем инвестиции, как я уже сказала, мы создаем умную экономику, экономику знаний. И мы также провели очень много интереснейших встреч с нашими международными экспертами, с руководством муниципальных образований, которые поставили себе за цель стать такими воротами знаний не просто в европейском масштабе, а в мировом масштабе. Мы продолжаем смотреть на лучшие опыты практики, которые есть на сегодняшний день в Европе и в таких ведущих странах, как Бельгия. И буквально в ближайшее время губернатору мы представим с Вадимом Вячеславовичем ряд интереснейших предложений и проектов, но о том, какие поручения уже даны, как развивается проект, что это даст для нашей молодежи, живущей в нашем регионе, расскажет Вадим Вячеславович Павлов. Благодарю. Добрый день, дорогие друзья. С радостью с вами поделюсь информацией, как развивается наш проект, почему мы поехали именно в Бельгию, какие перспективы и ближайшие планы. Речь идет о реализации в регионе приоритетного регионального проекта, который называется «Технологическая долина». Возможно, кто-то из зрителей уже слышал об этом. Так вот, для кого-то, если это будет вновь, я повторюсь. Речь идет о создании на территории Ульяновской области, на территории индустриальной зоны Заволжья и часть нового города Чердаклинского района, территории, на которой будут развиваться высокотехнологичные компании. Этот проект, если проводить ближайшие аналогии, он близок к международным таким известным проектам, как Кремниевая долина в Соединенных Штатах, или аналогичные проекты, которые развиваются в России, это там ближайший аналог Сколково. Почему мы развиваем в регионе этот проект? Потому что мы понимаем, что будущее региона, обеспечение конкурентоспособности региона может быть основано только на экономике знаний, на развитии тех проектов и компаний, которые развивают современные технологии. Именно использование этих современных высокотехнологичных решений позволит ульяновским компаниям производить конкурентоспособную продукцию, формировать высокую добавленную стоимость, развивать компетенции, знания, исследовательские центры, которые будут формировать базу для успешного и интенсивного развития. Если сравнивать темпы развития различных отраслей в экономике, то мы видим, что традиционные отрасли, они демонстрируют в целом в мире достаточно такое стабильное снижение темпов, и рост процент, 1.5% является для традиционных отраслей нормальным. То мы для себя понимаем, учитывая те амбициозные задачи, которые стоят перед регионом, и те цели и планы, которые поставлены с точки зрения и экономического роста, формирования новых рабочих мест, комфортной среды, высокой заработной платы, то эти задачи могут быть решены только путем активного развития вот этих вот новых отраслей, новых технологий. В этом смысле для нас Бельгия является таким примечательным примером, и я скажу почему. Среди проектов, известных в мире, направленных на развитие технологического предпринимательства, Бельгия отличается тем, что практически они совершили это чудо и за менее чем 20 лет создали территорию, которая является одной из самых известных в мире. Приведу несколько цифр. Рейтинговое агентство Reuters проводит оценку деятельности университетов в мире. Так вот, могу сказать, что за последние три года, по итогам 2016, 2017, 2018 года, Лёвинский университет, собственно, куда вот был визит в составе делегации во главе с губернатором, он является лидером в Европе и номер один среди инновационных университетов Европы. Речь идет не просто о громком названии, статусе, речь идет об объеме коммерциализации исследований, которые проводятся учеными Лёвинского университета. Вот по этому показателю, по количеству новых технологических компаний, которые создаются в этом университете, это лидирующий в Европе университет. Если смотреть на рейтинг мировых
вузов, то могу сказать, что Левинский университет находится в пятерке ведущих. Такие университеты, как Стэнфорд, Массачусетский технологический университет, Гарвард. И в этой же пятерке находится и Левин. Это говорит о том, что по уровню тех исследований, по коммерческой успешности тех компаний, которые создаются специалистами, преподавателями, участниками, университет настолько высокий, что для нас партнерство с коллегами из Левина является, безусловно, очень ценным и значимым, поскольку позволяет решить сразу же несколько задач. Во-первых, понятно, мы очень глубоко изучили историю успеха Левинского университета, и та модель проекта «Технологическая долина», которую мы реализовываем в Ульяновской области, она перенимает все то лучшее, что было накоплено нашими коллегами, и учитывая их очень такую открытую позицию, и более того, один из руководителей исследовательского центра Левинского университета, Мартин Хинуль, является руководителем консультативного совета проекта «Технологическая долина», и благодаря своим знаниям, компетенциям, огромному количеству контактов, которые у него есть, он оказывает там огромную услугу для нас, и его такая глубокая увлеченность в этот проект, она позволяет, конечно, обеспечить высокую динамику развития. О статусе проекта я чуть позже об этом расскажу. Что касается самого Левинского университета, то могу сказать, что те направления технологической специализации, которыми занимается этот университет, это в первую очередь биотехнологии, это всемирно известный исследовательский центр по IMAC, который занимается исследованиями в сфере полупроводников, огромное внимание, которое уделяется в этом регионе отрасли возобновляемой энергетики, этим объясняется в том числе и наш визит, потому что задача поставлена и уже многое сделано в регионе, чтобы Ульяновск стал центром компетенции по возобновляемой энергетике в масштабах России. И действительно, мы системно эту задачу решаем, и наши международные коллеги, они в этом нам помогают, глубоко увлекаются как в формировании тех образовательных программ, которые на базе ульяновских университетов сейчас развиваются, причем на и уровне вузов, и на уровне до дополнительного школьного образования. Эти программы мы реализуем совместно с нашими партнерами. Что касается проекта «Технологическая долина», то важно отметить, что вот сама модель проекта, он формировался и сейчас развивается при активном содействии наших международных партнеров и экспертов, и могу сказать, что вот эта экспертиза позволила нам вот один из последних таких значимых успехов. В конце прошлого года этот проект принимал участие в конкурсе, который проводил Министерство экономического развития Российской Федерации, и итогом нашего участия явилась победа в этом конкурсе и выделение из федерального бюджета субсидий в размере 500 миллионов рублей на строительство этого технопарка. Причем технопарк – это не только стены. Мы понимаем, что это одна из там нескольких составляющих, необходимых для успешного развития проекта. В первую очередь, конечно, это центр знаний, который необходим и значим для нас. И в этом смысле и Левинский университет, и другие наши международные контакты, они позволяют привлечь как исследовательские группы из ведущих международных вузов, вовлечь в эту деятельность проектные команды из ульяновских вузов, совместно с ними формировать новые специальности, приглашать сюда в Ульяновскую область ведущих профессоров, которые будут приезжать к нам и читать свои лекции, будут вести соответствующие научно-исследовательские разработки. Безусловно, это и формирование условий и мер государственной поддержки для технологических компаний, и мы многое что уже сделали, и учитывая международный опыт, вот один из таких инструментов, так называемый инновационный ваучер, который позволит ульяновским технологическим компаниям компенсировать часть своих расходов на научно-исследовательские и конструкторские работы, на опытное производство, на цифровизацию своих технологических процессов. Вот мы такой инструмент в этом году запускаем, он не является новым в целом в мире, активно используется и доказал свою эффективность во многих европейских странах, но в России это
первый пример в Российской Федерации, и он начнет свою пилотную реализацию именно в Ульяновской области. А кроме этого, очень большое внимание мы уделяем образовательному сегменту. Я не случайно несколько раз уже об этом говорю, о вовлечении и международных вузов в эту деятельность, в проектирование, разработку образовательных программ, потому что это является принципиально важным для любых технологических стартапов, для того, чтобы те знания и компетенции, которые у нас появлялись, эти новые компании, они были конкурентоспособны на международном рынке. Вот планку, которую мы изначально ставим для участников этого проекта, это способность быть конкурентоспособным именно на мировом рынке, потому что емкость нашего отечественного рынка, понятно, она ограничена, и изначально и направление технологической специализации, проектной команды и ключевые исследователи, мы всех участников ориентируем именно на такую задачу, чтобы они выходили на международный рынок. А для того, чтобы им было комфортно и интересно оставаться именно в Ульяновске, мы понимаем, что это одна из, ну, действительно проблем, и чтобы они жили, работали здесь, необходимо создать комфортную среду для их проживания. Именно поэтому проектирование поселка жилого, поселка, который является неотъемлемой составной частью вот этого большого проекта «Технологическая долина», и строительство этого поселка начнется в следующем году, это действительно очень такой важный элемент. Что касается самого технопарка, то субсидии, которые мы получили в рамках конкурса Министерства экономического развития, строительство этого технопарка начнется уже в мае этого года. Соответственно, мы активно будем привлекать и ульяновские компании, которые занимаются производством строительных материалов. Максимально будем их задействовать в этот процесс, чтобы они не только стали поставщиками строительных материалов для этого большого комплекса, общая площадь 35 тысяч квадратных метров, вот сам технопарк, это первая очередь, затем он дальше будет развиваться. То, чтобы в рамках реализации этого проекта у ульяновских проектных компаний, это архитекторы, строители, появились те компетенции, которых в России сейчас, конечно, крайне мало, чтобы они научились проектировать и строить технопарки, поскольку сам проект мы его рассматриваем и проектируем с возможностью масштабирования и предлагаем всем нашим коллегам в Российской Федерации, чтобы тот опыт, который, те знания, которые формируются у нас в рамках проектирования, строительства этого значимого проекта, можно было бы использовать и в других регионах Российской Федерации. В этом смысле мы такой с очень открытой и готовы к сотрудничеству позиции, делимся всем опытом и знаниями, которые у нас накапливаются, формируются в рамках реализации этого проекта. Еще несколько слов все-таки хочу сказать про образование. В рамках вот этого проекта отдельный сегмент – это еще и разработка, реализация нового формата образования, общего образования. Мы спроектировали новую школу, которая называется «Школа технокампуса». В рамках этой школы будет реализована концепция технологического предпринимательского образования, которое позволит детям получить вот это образование и в рамках общешкольной программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дети получат возможность еще познакомиться с принципами организации и запуска технологических проектов. Понятно, что не все станут в итоге технологическими предпринимателями, но вот это знание, технологический кругозор, умение предпринимать и ресурсное мышление, которое мы будем формировать у учеников, оно является крайне важным. В следующем году уже в формате профильных классов эта концепция начнет реализовываться, и мы планируем, что в 2021 году будет построена школа, которая непосредственно будет реализовывать эту концепцию, готовить кадры для вот этого нашего большого проекта. В этом смысле и концепция самой школы тоже является масштабируемой. Мы готовы делиться с нашими коллегами из других регионов вот этим опытом. Поскольку подобных проектов, могу вот ответственно заявить, в России нет. И мы использовали передовой международный опыт, то, что уже было реализовано в европейских странах, в Азии, в Соединенных Штатах. И с учетом особенностей специфики России мы этот опыт применим, и, надеюсь, эта школа станет таким источником кадров для вот этого нового проекта. Кроме этого, принято решение о том, что в школах Ульяновска вот есть проект «Предпринимательское образование»,
возможно, вы о нем слышали, губернатором поставлена задача, чтобы мы разработали еще и отдельный курс, направленный на подготовку технологических предпринимателей не только в рамках школы, о которой я говорю, а этот проект, эти курсы, да, они станут всеобщими для всех школ Ульяновской области, для тех детей, кому будет интересно это направление, они, соответственно, могут учиться в рамках этих образовательных курсов. Но на самом деле мы будем продолжать очень подробно рассказывать об этом проекте. Этот проект прежде всего для молодежи, поскольку он будет являться и уже является таким определяющим будущего развития нашего региона. Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые люди научились зарабатывать самостоятельно деньги благодаря своим знаниям, благодаря своим талантам, благодаря своему креативному подходу. И именно для молодежи, для подрастающего поколения, которым в ближайшие 10-15 лет предстоит жить, работать, творить в Ульяновской области, создаются вот такие условия, создается вот такая интересная, уникальная экосреда. И поэтому по инициативе Сергея Ивановича действительно уже в ближайшее время будет запущен новый образовательный проект по развитию технологического предпринимательства, чтобы никто не пугался от этих слов, а наоборот, для того, чтобы абсолютно все включались в этот проект. Нужно быть и не бояться не таким, как все, талантливым, нестандартным, умным, с научным складом ума, но все проекты, все знания могут быть коммерциализированы на сегодняшний день. Такой опыт мы увидели, такой опыт мы изучили, и такой опыт агентство Вадима Вячеславовича как раз-таки внедряет. Поэтому в ближайшее время по инициативе Сергея Ивановича мы проведем большую консолидацию тех проектов, которые есть уже на сегодняшний день. Это и развитие креативных индустрий, это и поддержка талантливой молодежи, их выявление, сопровождение, дальнейшее обучение, плюс всеобщее вовлечение подрастающего поколения – в этот мейнстрим для того, чтобы Ульяновская область стала такими вратами знаний, мангейтом в Российской Федерации, мы будем прикладывать все усилия и создавать вот такую уникальную среду. На этом наша пресс-конференция подходит к концу. Мы просим задавать нам вопросы, с удовольствием на них ответим. Сергей Вячеславович, а где будет располагаться камень, где будут закладывать? Участок определен, и, собственно говоря, у нас разработана проектно-сметная документация, а само место – это там участок соседний с Ульяновским центром трансфера технологий. Фактически проект «Технологическая долина», технопарк, который мы спроектировали, начнем строительство, это дальнейшее развитие успешного проекта Ульяновского центра трансфера технологий. Мы его дальше будем масштабировать и развивать. Поле между ЭФЕСом и наноцентром. Солнечные батареи, то, что у нас недалеко не самый солнечный регион, это никак не скажется? Ну, у нас далеко не самый ветреный регион, но у нас самый большой ветропарк уже. Но он более ветреный, чем солнечный. Ну, на самом деле, гораздо более ветреный регион любое побережье России, то есть там хоть на Черном море, хоть тем более на севере. Поэтому тут вопрос настойчивости и желания построить ветроэлектростанцию позволило нам построить. Нас хватает нам настойчивости и желания построить и солнечную станцию. Перед тем, как Фортум построил там уже два ветропарка, в области и в районе Красного Яра, в других муниципалитетах проводились ветроизмерения, там и не одно. А подобные исследования по солнцу тоже делаются? Они же не наугад будут строить солнечную электростанцию? Есть статистика многолетняя, основанная на данных там, метеослужб, спутниковых, спутникового анализа. И они на нее опираются, считают, что им достаточно будет тех солнечных дней, которые в Ульяновской области есть для того, чтобы выдержать обязательства по, соответственно, тем нормам контрактов, которые даются федеральным законодательством для того, чтобы купить капитальные затраты. Я бы еще добавил, наверное, важным является развитие технологий, в том числе на примере солнечной энергетики, и на сегодняшний день
коэффициент полезного действия солнечных панелей порядка 22-24%. Причем 5 лет назад это значение было на уровне 15-16%, и технологические решения позволяют эффективно использовать солнечные панели даже в тех регионах, которые изначально не рассматривались традиционно как перспективные для развития солнечной генерации. То же самое и про ветер можно сказать. Эффективность самих решений. Есть субмегаваттные турбины, меньше мегаватт, которые могут быть установлены на территориях для большого ветра, если большой ветер, для более мегаватт мощности турбин. То есть технологии разные, они способны быть использованы уже в тех районах, где изначально развитие и солнца, и ветра было неинтересным. А сейчас вполне это коммерческий проект. Компания однозначно сказала, что если в Российской Федерации будет продолжение вот программы поддержки возобновляемой энергетики, то есть так называемый ДПМ-2, то есть договор покупки мощности, то они точно в Ульяновской области создадут большую солнечную электростанцию. Не шла речь разве на федеральном уровне, что правительство хочет эту программу уменьшить или свернуть? Верно. Но Ульяновская область среди тех регионов, которые ожидают, что все-таки продолжение программы будет. Потому что на самом деле для России это дает огромный плюс. Потому что вслед за созданием самих, собственно, генерирующих мощностей начинает подтягиваться и исследовательская база, и сначала производство. Без большого производства не может быть исследований. Соответственно, не будет длительной подготовки систем, подготовки кадров. И прозрачная и понятная долгосрочная программа поддержки возобновляемых источников, она позволяет создавать эту базу. А при наличии уже, собственно, самой этой машиностроительной базы, это независимость от западных технологий, это развитие собственное здесь, то есть это идет о трансфере технологий. Конкретно в этом проекте речь идет о том, что после того, как будет построен завод, лет через 5 технологический партнер полностью отдает новую технологию, которую он только разрабатывает. То есть это самая последняя технология, она будет здесь у нас в этом случае в Ульяновске применяться. И это дает возможности для экспорта. По сути, мы все те предприятия, с которыми общаемся, сейчас новая тема неожиданная, которая сейчас появилась, из-за девальвации рубля, которая в 2014 году произошло, по сути, все эти предприятия рассматривают возможности еще и экспорта. И мы, говоря про завод солнечных этих панелей, сразу же речь идет и об экспорте в страны, в которых солнца гораздо больше, например, как Куба. У нас недавно был посол с Кубы, мы эту тему активно обсуждали. Сергей Николаевич, можно буквально несколько деталей коротко? Солнечная электростанция – это огромная плантация, грубо говоря, фотоэлементов, которые получают, потом отправляют электроэнергию. Куда ее будут отправлять? Так же, как ветропарк, в общую сеть? И последний момент – это место. В общую сеть, то есть так же, как ветропарк, это будет идти в общую сеть. Но это увеличивает общую генерацию Ульяновской области, соответственно, снижает нашу зависимость от внешнего потребления. И в конечной, в долгосрочной перспективе энергетики признают, что это позволит понизить тариф. На первом этапе это нет, не приводит к понижению тарифа, но в долгосрочной перспективе это понижение тарифа. А куда? Мы просто выбрали такое муниципальное образование, где низкое плодородие почв. Сейчас эти земли сельскохозяйственного назначения залесенные, частично залесенные, то есть они сейчас не обрабатываются, поэтому они, во-первых, дешево стоят, а во-вторых, это не принесет никакого ущерба с точки зрения сельскохозяйственного производства. Пока что не называете? Пока не называем. Есть у нас не самый лучший опыт, когда даже такие экологически чистые проекты вызывают вроде противодействия. Поэтому мы должны пройти публичные слушания, получить одобрение все. Потом... Про экологию, как один из вариантов размещения ветропарка на правом берегу, вы назвали Ульяновск. Это, по сути, непосредственное соседство с Сенгилейскими горами, с нацпарком.
Ну, довольно далеко от Сенгилевских гор все-таки. Да, ну, далеко. Ну, довольно-таки, но не надо, но все-таки. Это, ну, с одной стороны. Ну, смотря, что вы считаете, близко или далеко. То есть, по меркам Сибири 300 километров рядом, да. Если взять ту же Германию или в Австрию, в которую мы проехали. Зеленая энергетика, которая наименьшая. Ну, например, были же вопросы. Вопрос понятен. Вот это про птиц, например. Про птиц, да. Может навредить. Тут не будет таких... Ну, во-первых, мы по Красному Яру сейчас уже имеем действующий ветропарк, и никаких проблем там со стороны орнитологов не замечено. Я могу сказать, что в Европе есть такое направление движения зеленых орнитологов или наоборот сельхозтоваропроизводителей, которые, так сказать, против внедрения альтернативных источников энергии, которые ссылаются, что погибают птицы, что не хватает обрабатываемых земель. Но для Российской Федерации здесь ситуация несколько иная. С нашими землями, с нашими просторами мы с такой ситуацией в принципе не должны столкнуться. И место для размещения удобное, комфортное, так сказать, компромиссное для всех всегда можно найти. Там не один десяток километров до национального парка от этой площадки, вот, но и никаких, как бы, все нормы санитарно-защитные, не только по отношению к национальному парку, но и там и к жилому микрорайону, к, там, к возможным предприятиям, они все, естественно, будут учтены. И они у нас, поверьте, в России гораздо жестче, чем в Евросоюзе. Потому что, ну, это приводит в том числе отчасти к увеличению даже капитальных затрат и сдерживает где-то развитие этой отрасли. Потому что, ну, там мы в той же Австрии видели просто бескрайние поля этих ветряков стоят среди сельхозугодий. А у нас определенные требования, что должна быть дорога, ну, там, может быть, не в асфальтовом, но в твердом покрытии, это увеличение затрат тоже приводит. А там просто обычные поля, и посреди полей стоят ветряки. Поэтому в части санитарно-защитных зон у нас требования тоже более серьезные в России. Спасибо. Спасибо вам за ваши вопросы, спасибо за внимание и за активность. Благодарим вас, до новых встреч. Доброго дня. Спасибо, до свидания.